У нас должен быть с вами очень короткий, но откровенный разговор. Мы очень серьезно начали работать в этой части Орши, на Лигмаше. Сказать, что я доволен на сегодняшний день вашей работой, абсолютно нет. Поэтому и приехал. Недоволен я и работой начальников, ну, больше всего центральных органов. Сегодня я делаю все для того, чтобы вас вернуть на высоко научное, высокопроизводительное, точное и прибыльное производство. Я прежде всего говорю о производстве изделий для военно-промышленного комплекса. Вы понимаете, о чем идет речь. Вам не безразлично, будет у нас серьезная оборона в стране или нет. Для меня тем более. То, что вы здесь делаете, вот это для вас самое главное, для ваших детей, это вам будет, нам в государстве и за рубежом, нужно всегда. Очень надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи и докладов министров мы увеличим это производство. Вашему предприятию поставлена жесточайшая задача. Вы производили и неплохо работали для гражданских нужд продукцию. То, что вы умели делать и шло на экспорт, загубить не позволено. Поэтому поставлена задача не просто 100, а 120 на первый год восстановить процентов производства гражданской продукции, то, что вы делали. Не просто восстановить, но и превзойти. И сделать то, что я поручил вам. Это огромная перспектива для этого предприятия. Огромная. Вам надо будут люди. Мы будем вам помогать, прежде всего, в строительстве жилья. Если мы создаем новое производство и строим заводы новые, то мы должны построить там жилье. Тогда люди придут, так было в советские времена. Поэтому мы подвинемся в этом направлении и будем поддерживать не только вас, но все предприятия, которые будут строить, развиваться и так далее. В Орше места для строительства хватает. Город прекраснейший. Таких городов в мире немного, да и в Беларуси. Прекрасные условия для жизни. Надо, чтобы было жилье. В этом направлении мы будем работать. Поэтому я вас прошу, вы должны выдать то, что я требую от правительства, а они пришли к вам, чтобы восстановить производственное помещение и произвести очень нужный для мира, всего мира товар. Вот если кратко говорить о вашем предприятии. Восстанавливайте то, что вы продавали по гражданке, и осваиваете то, что нам нужно по оборонке. Ваши вопросы. Уважаемый Александр Григорьевич, у меня молодая семья. Недавно мы обзавелись собственным жильем. А благодаря льготному кредиту на отечественные товары мы приобрели необходимую технику для дома, ну, для его обустройства. Сейчас такая возможность составляет 12 тысяч рублей по 4% годовых. На 3 года. Да, на 3 года. Рассматривается ли вопрос расширения пользования таким кредитом? Мы будем продолжать эту практику. И поручено правительству, думаю, до конца года мы рассмотрим и увеличим эти субсидии для вас, кредиты. Видимо, эти проценты останутся, может быть, 0,5% кто-то там из банков добавит, но очень-очень льготные для того, чтобы вы покупали то, что производит белорусское. То есть в этой части мы подвинемся, увеличение кредитования. И второе, мы расширим линейку предприятий, их, по-моему, 120 сейчас, которые подлежат вот этому льготному кредитованию. То есть мы расширим эту номенклатуру. Может, их будет 140, может, 150. Правительство внесет предложение, мы примем решение. Уважаемый Александр Григорьевич, 24-25 апреля прошло новое заседание Всебелорусского народного собрания, на котором были приняты новая концепция национальной безопасности и военной доктрины Республики Беларусь. Так как наше предприятие вошло в оружейную отрасль, то эти государственные важнейшие документы стали для нас программными. Скажите, пожалуйста, какие из существенных внесенных изменений вы считаете принципиально важными? Концепция и доктрина – это хорошо, это законы, направления, по которым мы будем действовать. Но важна конкретика. Если мы говорим о том, что мы будем обороняться, встает вопрос, чем?
Поэтому уделяем большое внимание, в том числе и создавая новое производство. Мы должны иметь максимум своего. Поэтому мы создали производство стрелкового оружия, связь – важнейший элемент. Ну и у вас это главное. Если этого не будет, ни доктрина, ни концепция работать не будут. Что касается концепции, это не новое. Четвертый раз к этому возвращаемся. Почему мы ее совершенствуем? Да потому что мир меняется, ситуация меняется, и войны меняются. Была война одна, сейчас война другая. Уважаемый Александр Григорьевич, вся страна с замиранием сердца наблюдала полет в космос нашей землячки Марины Василевской. Многие девушки вдохновились им и хотят следовать примеру первой белорусской женщины-космонавта. Поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами по освоению космоса белорусами. И насколько, на ваш взгляд, наши ученые готовы к этому? Мы заняли свою нишу с давних времен по освоению космоса. Мы производим много для космоса, особенно сейчас, начиная от этих микроэлектроники там, и так далее, чипы. И вот ВПК работает, помогая нашей космонавтике, которая осталась в России. В советские времена мы многое делали, начиная от приборов до обшивки космических летательных аппаратов. Мы делали хорошие и делаем космические спутники, дистанционное зондирование Земли, спутники связи, мы что-то можем делать и так далее и тому подобное. Это наша ниша. Мы в этом направлении работаем и будем работать. Плюс еще микроэлектроника. Мы рачительно сохранили свое производство. Россияне начинают строить, Путин об этом сказал, свою станцию космическую. Сейчас она международная, куда наш космонавт летала. А они будут строить свою. Президент России сказал, если хочешь, присоединяйся. Будем вместе делать, ну, насколько это возможно. Подумаем, если наши умные люди решатся на это, будем участвовать. Но и это для нас не главное. Нам надо свой сектор сохранить. Что касается полетов, мы с Путиным договорились, пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Вот две девушки, одна летала, вторая дублером была. Мы готовы их завтра включить в число космонавтов. Это значит, они будут проходить не ускоренную подготовку, как это было, а постоянную. И полетят они, ну, может, через 3, может, через 5 лет под конкретную программу. Это не просто вот полетел, прилетел, и все аплодируют с замиранием сердца, как вы сказали, смотрят. Нет, это большая, тяжелая работа. Поэтому, если кто-то хочет, пожалуйста, мы договорились с россиянами, они готовы по конкурсу. Пройдете конкурс, будете в группе космонавтов готовиться. Не пройдете, ну, значит, не будете. Тяжелая работа, с большим риском, но, конечно, популярная. Уважаемый Александр Григорьевич, белорусы стали чаще путешествовать по родной стране. Открытие новых увлекательных маршрутов, много красивых, интересных мест делают внутренний туризм привлекательным. Скажите, а как вы планируете отдохнуть летом? И есть ли у вас любимые места отдыха? Вы знаете, президент не может белорусский отдохнуть, потому что у него нет вице-президента, то есть нет заместителя. И где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия никому передать по Конституции не может. Я воспринимаю отпуск как смену ситуации, обстоятельств каких-то, смену вообще режима жизни. Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Но я деревенский человек, слушайте, ну с детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься. Любимые места – Орша. Но это действительно, я вот сегодня утром опять по-деревенски просыпаюсь рано, где-то после 6 часов. Ну, а что делать 6 часов, если у нас мероприятие в 10? Я уже ознакомился с материалами, все изучил. И сел там на улице, в беседке. Собачонка прибежала. И мы сидели, наверное, минут 30, может, 40. И я вот так смотрю, редко минуты такие бывают, хотя я живу в деревне, но все равно не то. А вот в деревне, где я родился сам, какая-то атмосфера совсем другая. Я смотрю, вроде и зелени этой больше, деревья там и так далее. Даже те деревья сохранились несколько, которые я помню с детства. Я их помню. В соседнем огороде
груши лазили вместе. Так несколько деревьев сохранились, я берегу их. И вот я смотрю и думаю, ну что больше человеку нужно? Вот и весь отпуск. Ничего лучше нет, чем Беларусь. Нам Бог подарил уникальную страну, уникальное место. Поэтому берегите это. Вместе мы должны это сберечь. Для наших детей в том числе. Уважаемый Александр Григорьевич, от имени коллектива завода «Легмаш» и себя лично выражаем вам особую благодарность за принятое решение о вхождении нашего предприятия в состав военно-промышленного комплекса страны. Я думал, вы расстроились. Нет, ну почему? Ну, имейте в виду, этот Пантус, он такой человек, вы не смотрите, что он так слушает внимательно, или ваш нынешний директор, это уже другие люди, да. Здесь все по-военному. Хочется пожелать вам здоровья крепкого-крепкого, счастья, неиссякаемой энергии, настойчивости в проведении курса на мирное и стабильное развитие нашей Родины. С вами Александр Григорьевич. Мы уверены в завтрашнем дне. В знак уважения и благодарности примите... Да, я умею готовить плов. В свое время мне приходилось кухарить, пока мама коров доила, там, знаете, круглые сутки, от яичницы там. Ну, а потом начал восстанавливать советские рецепты. Вот Субботин, ваш губернатор, по моему заказу, конкурируя, научился делать черный хлеб такой, который, вот Путин был в гостях, я ему показал, ну, а как вы это делаете? Это, говорю, секрет. И, будучи в Таджикистане, как-то сидели, ужинали с президентом, говорю, слушай, давай я тебя научу плов делать. Он умеет. Он познакомил меня с поварами. Я говорю, нет, ты не надо, ты мне поваром. Я своего повара. И вот потихоньку научились делать плов. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам. Берегите себя. Не надейтесь, что где-то лучше. Вот все, что своими руками сделаете, то будет ваше. И это будет самое лучшее. Спасибо. До встречи.